От пациентки. Рак молочной железы третьей стадии правой груди, диагноз поставлен в апреле 2020 года. Пройдено 16 химиотерапий, идет подготовка к операции. Нужно заключение по КТ. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 43 лет. Дата исследования – 17 ноября 2020 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены, пневматизация и легочной ткани сохранена, справа в С5 единичный фиброзный тяж. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. По стенкам аорты в зоне сканирования также выявлены множественные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Сердце несколько расширено за счет левого желудочка. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В желчном пузыре множественные конкременты диаметром до 12-14 мм, плотностью до плюс 330 Хаунсфилда. Кожа правой молочной железы утолщена до 9 мм на значительном протяжении. В области соска мягкотканное образование 19 на 17 мм. Нативной плотности плюс 70 Хаунсфилда, артериальной до плюс 92 Хаунсфилда. В телах позвонков TH2 6,7, L1 множественные остеосклеротические очаги размером до 25 на 23 мм в TH8. В артериальную фазу сканирования данные очаги активно копят контраст. Аналогичные очаги в ребрах с обеих сторон, лопатках и плечевых костях. Заключение, КТ-картина образования правой молочной железы Байрат-4, секундарное поражение костей скелета грудной клетки. ГБК. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов Максим Анатольевич. Комментарий врача-рентгенолога. В целом ситуация у вас не очень благоприятная. Кроме достаточно крупной опухоли в молочной железе, есть множественные метастазы в костях грудной клетки, что осложняет лечение. Также есть камни в желчном пузыре.